Город Чебоксары для меня очень дорог. Я родился в городе Чебоксарах. Конечно, воспоминания старого города, старые улицы, Красная площадь, там главпочтамт, дом крестьянина, тут музей краеведческий. Сейчас он, конечно, преобразился. Много-много построили домов, много дворцов, спорта и культуры. Большой город, один из крупных городов, будем говорить, это Поволжье. Вот. Я здесь и учился в школе, и когда очень молодой, всегда мечтал быть связан со спортом. Глядя на наших старших товарищей, братьев, мы всегда брали пример, что они занимались именно физкультурой, спортом, и все хотелось, конечно, тоже быть похожим на них и заниматься и в секции, и самостоятельно. У нас была тогда дом физкультуры «Динамо», где был бокс, борьба и волейбол. Бокс мне, конечно, больше нравился. Тогда у нас стал олимпийский чемпион Валериан Соколов в 1968 году в Мехико. Мне так переживал, смотрел по телевизору его. И хотелось мне тоже научиться и выступать на больших соревнованиях. Занимался в «Динамо», выступал среди школьников на первенство России, на первенство и Поволжья сперва, конечно, где занимал, ну, будем говорить, был и победителем, и призером. И попал в сборную команду Советского Союза среди молодежи, занимался также в «Динамо» у своего тренера, заслуженного тренера Советского Союза и России Степанова Михаила Степановича. Мне повезло, что в сборной я был где-то 9 лет, много участвовал на международных соревнованиях, в матчевых встречах США, где 3 раза выезжал сборной команды Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. Я очень горжусь, что все-таки мне присвоили звание заслуженного мастера спорта Советского Союза. После того, как я выиграл чемпионат мира по боксу Югославии в Белграде. Конечно, бы хотелось бы, чтобы наши спортсмены и чуваши хорошо выступали на Олимпийских играх, на международных чемпионатах мира и Европы. Ведь в свое время город Чебоксары мало кто знал. И в 70-х годах, в 60-х годах мало кто знал. И вот благодаря Валериану Соколову, олимпийскому чемпиону, ребята из других союзных республик, тогда еще из Украины или еще других республик, говорили, мы не знали до этого, что есть город Чебоксары и есть народ чуваши. Это благодаря именно Валериану Соколову. Мы, говорит, не знали. Вот. Ну, конечно, мы всегда будем ждать, что наши чуваши будут выступать, и выступали в данный момент, и по легкой атлетике наши заслуженные мастера, чемпионы Олимпийских игр, как Валя Егорова и Елена Николаева. И один из первых посланников, конечно, наших прославленных, это легкоатлет Ардалион Игнатьев.